Всех приветствую, дамы и господа. Сегодня очередной ролик по кейсам. Но перед началом ролика у меня появился свой личный промокодик. Заходим, получается, F10, настройки, промокод. И пишем латинскими буквами, большими буквами, хамах. И получаем 10 дней випки, плюс 12500 баксов до 5 левела. И удвоенный опыт. Так, сохраняем, вы же активировали. У вас будет випка. Ну а мы переходим к ролику. Всем желаю приятного просмотра, приятного аппетита, ну мы погнали. Так, что F10? Магазинчик. Имеем 4800, потому что я уже открыл рулеточку немножко. Какой будем? Сильвер либо голд? На голде типа тачек больше и не знаю, есть шанс вообще. Давай пробуем на этом 1002 на голде и остальные на серверах. Значит так, я сразу делаю моментально, чтобы не тянуть, правильно? А есть разница? Или давай первую так. Давай. Закрой экранчик, чтобы это не видеть, чего упало. Я уже увидел, блядь. Ладно, тут понятно. 28000. Блин, так быстро папки кончаются. Два прокрута уже нафиг это. Ох, ой-ой-ой-ой, какой поехал, да? Ну, на это 400 DP. Ну, в ноль. Ну, ноль хотя бы, да. Это хорошо. Блин, дай какую-нибудь тачку, типа. Не-не-не, это незамененный. Вот она, Yamaha была. Ух, лети. Сука, так становился, да? Да. Эх, а ну-ка моментально. Понял. Моментально. Опа, судо. Так, это, если ошибаюсь, сколько она стоит? Она дороже, чем я. 300, да? Да, это значит, ее надо будет перепродать. Так, это неплохо так залетело. Ну да. 400, давай не моменталочкой. Ну видишь, на моменталке хотя бы не сыпал. Да я, мне кажется, это без разницы вообще, че. Думаю, да. Угу. Вот сейчас тоже, видишь, типа, либо моцку поет, либо моцку, да. Поэтому мне кажется, что-то это. Блин, дай хотя бы чем там, не знаю, 1000 за 9-8. Я ж много не прошу. Ну вот я Машка, вот смена номера хотя бы. Мне смена номеров нужна, блин. Не докатится, да. Так, это мне на. Хочу еще один раз смотреть, по сути. Ну давай, моменталочкой. Ну это типа. Под этот место, но у меня Rebel под место есть. Продать. Блять. Где мне масочка-то? Кто посмотрел? Ну давай, ладно, еще одну. Понял. Еще одну. Понял. Увы и ах. Последнюю добиваю уже. Типа до 2000 хочешь? Ну. Ну вот и все. Ладно, пойдем, короче, на сильвера. На сильверах, мне кажется, больше шансов будет. Так, менталочку. Бам. Понял. Принял. Блин, что ж так это? Кому-то же везет. А зачем мне опыт? Блин. Ладно, пока продолжить. Так, это... Сколько я могу продать его, интересно? 50 тысяч ты его можешь продать. Ладно, оставим. Блин, уже так 1300 того, так мало, что мне. Так это не моментал, короче, просто. Ты моментально крутишь, поэтому так быстро. Ну а чё тут? Раз, два и все, типа. Повезло, не повезло. Понял. Не знаю, как он везет им, скажи, на эти бабки, блин. Не знаю.
Ошибись, 150. Хотя бы икса какой-нибудь дала бы. Угу. Ну все, короче. В итоге мои призы. Что у меня это випки? Не, ну что ты там можешь продать? Так, что здесь продавать? Только вот это вот. Что мне випку оставить? У меня же потом еще платину надо будет активировать. Ну, не знаю, типа, ну вот это. Ну, типа, поставить. Опыт продать, ладно. И последний раз бабки, ну все. Такое себе, короче. Да я не знаю, что ты вообще не... Ну, в принципе, блядь. Ну, тут пускай будет, ну, сколько, ну, 200 тысяч, да? Не-не-не, больше. Она 300 с салона стоит. Вот это? Да. Это 38-я, по-моему, 300 стоит. Это 36-я. Она что-то... 38-я 250 стоит, а это 300 стоит. Она же была, мне на ней ездил, да. И вот это вот, сколько, ну, полтинник 40, 250, грубо говоря. Ты имеешь в виду, ты вот тоже на этом сервере ездил? И да. Нет.